Село Большая Царевщина расположилось в районе слияния трех рек – Волга, Сок и Курумыч. Сейчас это село называется поселок Волжский. В нем самый разнообразный жилой фонд. Есть и старенькие домишки, есть очень шикарные дома. В Волжском есть неплохая школа. В поселке установлено несколько памятников. Это первому учителю Александру Серафимову, установленный в 1905 году. Памятник воинам-интернационалистам и памятник погибшим односельчанам Великой Отечественной войны. Из достопримечательностей первое место здесь, конечно, занимает Царев курган. Второе место – это Христорождественская церковь. В 2033 году ей исполнится аж 200 лет. На берегу речки Курумыч есть очень редкий объект – дебаркадер-пристань, который не менее 50 лет. И, конечно же, в ряду достопримечательностей свое место занимает дерево ясень, посаженное в 1928 году. То есть через 5 годиков ему будет ровно 100 лет. Еще раз посмотрим на Царев курган и покинем поселок Волжский.